Эй! Приветствую тебя, дорогой друг, с тобой Энгрей. Сегодня мы с тобой, как ты, в общем-то, любишь засесть в броню танка и не видеть ничего. Помимо дула твоего наводчика. Storyline. New game. В рамках рубрики «Первый взгляд» мы знакомимся с этой великолепной танковой игрой. Defeat enemy tanks. Alrighty. Let's go. Выбор классный. Next. Start mission. Yes. Авкарсиусиус. Вот, наверное, откуда, кстати, любители-то танков-то зародилась у них мечта создать вот эту суперпопулярную World of Tanks. И что это? Я могу ехать. Давайте накаплю это дерьмо. Может быть, это какой-то убер-удар будет. Ну, кстати, реально это оказался некий убер-удар. Наверное. Так, полочка нам показывает сюда. Вперед, нагибать ракалов. Огонь! Подбит! Я подбит, командир! Может, быстрее накапливает выстрел. Да, тяжек путь экипажа машины боевой. Но это уничтоженное. По идее. Или нет? А вот. А, он подбитый. Они делают. Спрячься тоже за ними в кустах. Все, будто бы идеальный план. Нет, план говно.
Охренеть, это спецэффекты, видали? Я не могу понять, почему я ему урон это не наношу, этой мрази. Да пошел ты в жопу. Ты что, бессмертный, что ли? Какой нахер данжер? Бред. Почему я первого легко убил, а этого не мог ничего просто сделать? Бредятина, конечно, высшего пошива. Выстрелил. Конечно, попал. Чем бы и нет. Это тактический маневр, кто не понимает. Господи. Вот вы сволочь. Ладно, походу теперь я и первого-то не завалю. Как ты меня понял, блядь? А теперь как? А, тоже понял. Серьезно? Бог ты мой. 350 тысяч снарядов надо, чтобы уничтожить одну такую скотину. Ой, нам жопа, друзья. Ой, жопа. Передавай наводчику, что он говно. И мы никого не можем убить, что он козли. Блядь, тварь. Что это было прям смертел? А, там еще один неподалеку.
Походу выстрелы навесом, если пробовать. Нет, вообще ничего не дает. Ладно, купим тогда максимальную и просто потом уже поедем с ними. Один на один сражаться. Ну, да, один на один, блять. Один на два, точнее, сражаться. Хотя вроде этот раненый. Может, я попал по нему все-таки. Погнали. Твою мать. Огонь! No, fuck you! Блять, мимо. Да как я в тебя не попадаю, ты тварь? Точнее, как я тебя не убиваю, ты тварь? Как я вообще мажу? Это уже я тварь получается, или наводчик? Все, убит. Гнида. Охуенный выстрел. Попадание. Куда пушка моя? Не. Едь куда-нибудь, делай что-нибудь. Делай же что-нибудь. Снаряд впихни хоть в зад кому-нибудь. Или тебе, сука, сядешь на него, тварь, если, блядь, мы не победим в этом танковом великолепном бою. Так, а можно дом расхреначить? Понял. Это дом нам... Нет, не дом, дома к нам находит. Ну что ж, друзья. Не, спасибо. До первого взгляда, думаю, хватит. В принципе. Такая вот игра. Не знаю, насколько сильно она отличается от каких-нибудь World of Tanks и так далее. Но тут нужно именно в соляру убивать врагов. А1 Games, разработчик игры. А издавал ее Adjetic Inc. Corporated. 2002 год. Что ж, рейтинг интереса этой игры я поставлю на единичку, так как все-таки чуть-чуть, но было забавно в это сыграть. Даже 1,5 пускай будет. А также вы можете прожать свой танкистический лайк. Также проверить, как у вас там заряжается снаряд в комментариях. И въехать всей своей бригадой в подписку. А также люби себя. Хотя бы чуть-чуть. Люби своих близких. Вот тут уже побольше, посильнее. А также люби... Хотя бы капельку людей вокруг тебя, даже если они танкисты. Или наоборот, если не танкисты. Все зависит от твоих, конечно, предпочтений. И в конце каждого видео я даю задание для каждого танкиста, которое он может выполнить. Сегодня, когда ты проснешься, ты улыбнешься. Обязательно подумай, что
Никакие наркотические средства, или там алкоголь, или курение, на самом деле не могут сделать тебя счастливыми, потому что счастливым себя можешь сделать только ты сам. На этом тебе спасибо за просмотр. И увидимся в следующем бою. Soldier.